Привет, мам, привет, пап, привет, Арина. Привет, привет, Привет. Доченька, что ты будешь? Я не знаю, но, наверное, я сама выберу. Хорошо. Знаете, мам, я хотела вам сказать. Мне можно стать знаменитой писательницей? Знаменитой писательницей? Знаменитой писательницей? Деточка, ты что такое говоришь? Это невозможно. И вообще, как ты это собираешься делать? И тем более я не позволю. Это глупости, Анжела. Что ты такое говоришь? Такого не может быть. Знаешь, некоторые мечты сбываются, которые вообще возможны. Но эта мечта никогда не сбудется, потому что это невозможно. Но почему невозможно-то? Я могу пойти, точнее, сочинить стих. Я их уже много сочинила. И отправить их. Ну, некоторые стихи. На кастинг, и там скажут, не знаю, Анжела. Сама уж там смотри. Но я не верю в это. Я тоже. Ну ладно. Может быть, это правда невозможно. Или возможно. Слушай, сестренка, чего тебе надо? Мне кажется, что родители сказали это правда. И я вообще поразилась твоим словам. Писательницей. Что, писательницей быть хорошо? Рассказывать речи, писать стихи, быть знаменитой. Просто не понимаешь мое желание. Я готова потратить все мои деньги, все мои удобства на то, чтобы пойти в колледж писателей. Ну, как хочешь. Удачи тебе. Ну, я пойду погуляю. Ой, как хорошо. Свежий воздух. О, что это там такое? Училище. Училище чего? Стоит туда зайти. Здравствуйте. Здравствуйте, что вы хотите? А у вас тут какое училище? Ну, у нас тут писательское училище. Учат писать стихи и все такое. Ух ты! Это же моя мечта! А вы можете меня принять? О! Девушка, молодая девушка. Вы... Это не так просто, знаете ли. Просто записался и все. Вообще-то тут нужно доказательство, что ты умеешь писать стихи и поэмы. Я умею. Хотите, я даже с собой взяла. Ну, давайте. Только я сейчас вас отведу к настоящему специалисту. Хорошо. Пойдемте за мной. О, здравствуйте, миссис Ребекка. Здравствуйте, здравствуйте. Какой судьбой вас сюда привело? Вот эта девочка говорит, что хочет стать писательницей. У тебя есть стихи? Да, я принесла с собой. Ну-ка, давай, покажи мне.
Вот. Впрочем говоря, неплохо. Очень даже неплохо. Вы приняты. Что, серьезно? Да. Вы будете учиться тут. Только мне нужно согласие родителей. Хорошо. Вот. Забирайте. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да не за что. До свидания. Мама, представляешь, я вышла на улицу, увидела колледж писателей. И меня там, я туда зашла, я показала мои стихи, и меня приняли. Деточка, приняли? Как? Так, можно мне туда ходить? Туда нужно согласие родителей. Да, вроде бы разрешаю тебе. А вот у папы я не знаю. Спроси сама. Пап! Вот. Сказали дать согласие родителей. Ты о чем вообще? Опять про эту писательницу? Ну, практически да. Короче, я записалась в... Короче, меня приняли в писательский колледж. Теперь нужно согласие родителей. Я не знаю. Лично я против. Против? Ну, пап, пожалуйста. Хорошо. Ты будешь ходить туда. Ура, спасибо, пап. Все-таки мечты сбываются. Ой, как я рада, как я рада. Да ладно, все, ты успокойся, Господи. Странно. Они даже никак не отреагировали. Сестренка, ты не поверишь, что случилось. Меня приняли в писательский колледж. О, ну поздравляю. Все-таки моя удача подействовала, да? Ну, наверное, да. Вот теперь буду туда ходить и буду знаменитой писательницей. Вот. Через несколько лет я стала знаменитой писательницей. Моя жизнь прекрасна, мечта сбылась. Все просто замечательно. Что мне еще сказать? И я вам скажу только одно, что мечты сбылись. Сочинила это Анжела Львовна. Я вам желаю исполнения мечты и всего хорошего в жизни. Конечно же, ставьте, подписывайтесь на канал.